С 1 апреля в нашей стране стартовал весенний призыв в армию. Военный комиссариат Краснодарского края отправит в ряды вооруженных сил несколько тысяч новобранцев. Как идет работа призывной комиссии Славянского района, узнавали Тина Копачевская и Игорь Ванчугов. Армейская жизнь у молодых людей начинается совсем скоро. Первые отправки новобранцев в воинские части начнутся с середины апреля. Перед этим районная призывная комиссия под председательством главы района Романа Синеговского, в составе которой представители правоохранительных органов, комитет солдатских матерей, центр занятости населения, ДОСААФ, рассматривает дело каждого, учитывает факты биографии призывника, наличие высшего и среднеспециального образования, физические данные, состояние здоровья, в каких видах войск хотел бы служить. Товарищ представитель комиссии, гражданин Тратин, на призывную комиссию прибыл. Служить хочешь? Ну да. Этой весной Славянскому районному военкомату предстоит призвать более 800 новобранцев. Как отмечает старший помощник начальника отделения призыва военного комиссариата Олег Замурьев, ребята с удовольствием идут служить в армию. Несколько комиссий уже прошли, вот, активно проходят. Участие призывников, подготовленными школами ДОСААФ, в первую очередь прошли ребята. Вот. Посещаемость почти 100%, единичные случаи непосещения комиссии по призыву. Один из призывников Евгений Чернышко. Служить идет желанием, а не только потому, что это долг перед государством. Проходить службу парень будет в воздушно-десантных войсках. Реальность совпала с его мечтой. Евгений считает, служить родине – это святое. Каждый мужчина должен достойно пройти, во-первых, службу, ну, не бояться ее, а наоборот, показать всему миру, что мы достойные люди, достойно должны служить и достойные мужчины в нашей стране. Не бояться этого. Весенняя призывная комиссия продлится до середины июля. Традиционно новобранцы соберутся в Славянском отделении ДОСААФ. Напутственные слова им скажут сотрудники военкомата, родители, друзья. С этого дня для каждого из этих парней начнется настоящая школа мужества. И очень важно, чтобы каждый из них, проходя службу, помнил. Их ждут дома, в родном Славянском районе. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».